Все живое подчиняется биологическим ритмам. От диких растений до клеток человека. День сменяет ночь. Ночь переходит в день. Это циркадные ритмы. Именно они регулируют правильную работу всего организма. Так происходит, пока не приходит стресс. Под воздействием стресса и агрессивной окружающей среды ритм клеток кожи сбивается. Это ускоряет старение тканей. Как настроить внутренние часы организма? Встречайте ингредиент, за которым стоит Нобелевская премия. Бициркадин. Инновационный компонент серии Экспиральта Хронолонг. Регулирует ритм обновления клеток кожи в зависимости от времени суток. Компонент получен из растения с устойчивыми циркадными ритмами. Клетки вашей кожи засыпают и просыпаются в гармонии с природными ритмами. Гамма Экспиральта Хронолонг работает в ритме вашей кожи, помогая ей быть красивой 24 часа 7 дней в неделю. Девочки, всем доброе утро. Я нахожусь в своей ванной и наношу утром и вечером вот эту вот сыворотку Экспиральта я приобрела. Экспиральта Хронолонг – это лифтинг и упругость. Девчонки, советую, рекомендую. Вообще классная. Действительно, действительно ощущается и лифтинг, и упругость. Пользуюсь уже 2 недели, и эффект есть, конечно. Я не ожидала, что такой эффект прям действительно дает. Знаете, лицо как будто после какой-то косметологической процедуры. Просто не передать свои ощущения. Мне очень нравится. Очень классная сыворотка, присмотритесь. Пользуюсь дальше, расскажу свои ощущения дальше. Нужно месяц пропользоваться, чтобы действительно там был эффект, и расскажу дальше про свои ощущения. И еще такой кремчик я взяла в паре. У нас была акция тоже из этой серии Спиральта Хронолонг. Это у нас на увлажнение, супер увлажнение. Так как у меня кожа лица сухая, девочки, у кого лица, кожа лица сухая, вообще советую. Это такая вещь, это просто супер. Она настолько увлажняет лицо наше. Просто не передать. У меня кожа всегда была сухая. 2 недели я ей попользовалась с первого раза уже. Она настолько питает. Сейчас я нанесу. Вот, девочки, открываю вот эту баночку. Это у нас Экспиральта. Экспиральта Аква. Аква Эссенс. Интенсивно увлажняющий крем для лица. Открываю. Открываю. И у меня есть такая вот лопаточка. Вот такая вот лопаточка. И я аккуратненько на лицо себе наношу. Аккуратненько так. Крем действительно, он просто обалденный. Крем на травах, крем натуральные компоненты. Легкими движениями. Девчонки, как он пахнет. Он пахнет просто натуральными травами такими. Подушка такая у него. Но самое главное, он настолько питает, увлажняет. Я просто в восторге от него. Просто в восторге. Нанесла крем, пойду делать свои дела. Пускай все у меня увлажняется, питается. Все остальное я вам расскажу про свои ощущения.